Гранат, выращенный ферганскими дехканами, превратился в своеобразный бренд высокого качества за рубежом. Отсюда и увеличение объемов и расширение географии экспорта. Лидером поставок стал Кувинский район. Здесь на 2000 гектарах выращиваются самые ароматные сорта этого фрукта. В прошлом году Ферганская область экспортировала около 6500 тонн гранатов в 12 стран мира. В этом же году ожидается урожай в объеме более 12 000 тонн. В настоящее время полным ходом идет процесс поставки. За прошедший период этого года было экспортировано 3900 тонн на 4,4 миллиона долларов. Продукция в основном поставляется в Россию, Корею, Монголию, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Украину. Увеличение объемов экспорта данного фрукта в регионе достигнуто за счет реализации задач, поставленных главой государства в ходе его визитов в Ферганскую область по развитию Кувинской школы граната и расширению гранатовых садов. Если в 2018 году в регионе насчитывалось чуть более 860 гектаров гранатовых садов, то в 2021 этот показатель увеличился на 30% и составил 1120 гектаров. Уже в этом году общая площадь гранатовых плантаций в области достигла более 2,5 тысяч гектаров. В Кувинском районе имеется 155 садов и свыше 2100 гектаров гранатовых садов. В Кувинском районе в этом году собрано 20 тысяч тонн граната. Из них экспортировано чуть более 9 тысяч тонн. На сегодняшний день отправлена продукция на 1 миллион 800 тысяч долларов. Кроме того, остальная выращенная продукция находится в специальных холодильных помещениях для хранения. Кувинский гранат, как и дашнабадский, известен своими многочисленными полезными свойствами и в последние годы становится все более популярным на мировом рынке. Чтобы доставить этот сочный и ароматный фрукт в зарубежные страны, гранаты хранят в холодильных складах и экспортируют в течение всего года. Основные наши экспортеры – Россия, Кыргызстан, Казахстан. Сейчас мы работаем над расширением географии поставок. Уже достигнута договоренность с Кореей на экспорт граната. Чтобы сохранить свежесть и товарный вид продукции, у нас имеется 54 холодильных помещения, вместимостью 24 400 тонн. На данный момент делаются запасы фруктов и овощей. Здесь выращивают свыше 30 сортов граната. Создан кластер, специализирующийся на выращивании данной культуры, общей площадью 409 гектаров. К нему прикреплены 56 соответствующих хозяйств. Выращенный ими урожай поставляется за рубеж через предприятия экспортеров. Если одна семья будет заниматься одним гектаром земли в качестве семейного подрядчика, то в среднем в месяц будет получать прибыль около 70-80 миллионов сумов. Экспортом граната в регионе занимается около 70 предпринимателей. На внешний рынок поставляются не только самые вкусные сорта граната, выращенные в Кувинском районе, но и сочные плоды из Багдадского, Ташлакского, Куштепинского, Риштанского и Узбекистанского районов. Все это способствует увеличению постоянных и сезонных рабочих мест и созданию дополнительных источников дохода населения.